Черемшан звучит, лаская слух, совсем как черемуха. Живописное место под стать своему названию, но первоначально имя у поселения было другое – Шанец, так оно называлось. По-немецки «фельдшанец» – полевое укрепление. Позднее деревню переименовали в Черемшанскую крепость, потом в Черемшан. Сегодня здесь живет казанский художник Анвар Сайфутдинов. Утверждает, что Казань осталась в его прошлой жизни и навсегда. Мы находимся сейчас на Черемшанской крепости. Вот. Это был форпост Российской империи в свое время. То есть как граница, охранять земли России. Вот. Здесь прошло мое детство. Здесь мы с бабушкой собирали вот травы лекарственные. Вот. И как любой путник, путешественник, кочевник древний, всегда возвращается на свою родину. Там, где у него душа, самые ранимые чувства. Вот сейчас уже я сюда схожу с сыном. Мы смотрим на эти дали, вот, различную погоду, время года. Вот, и любуемся, вспоминаем. Я рассказываю про бабушку ему, что я здесь с бабушкой ходил, теперь я с тобой хожу. Вот. Ходим здесь на рыбалку, на речку спускаемся. Можно написать вот эти дали и какой-нибудь маленький цветочек. То есть и близко, как символ чего-то радости, вот ромашки какие-то там, одуванчики и дали. То есть ты и пространство. В больших городах все хочется уединиться, в свою комнатку, или в музей зайти, или концерт послушать какой-то. А здесь, на природе, как раз вот все, что ты накопил, теперь можно забыть, оно проявится само собой. Потому что здесь уже стихия, огромная стихия, в которой нужно себя просто почувствовать человеком уже. Не играть роль какого-то человечка, идущего в лабиринты города. Вот это к чему и идет человек в конце концов. Вот моя маленькая конурка, в которой есть окно с видом на панораму земного шара. Вот это мечта всей жизни, иметь точку, опору, чтобы перевернуть весь мир. Вот сейчас, пока я не написал еще ни одной работы, только вот сделал ремонт, поставил какие-то первые рабочие вещи и буду писать панораму. Череп – это рыси. Просто один охотник вот подстрелил рысь и хотел шкуру просто снять и выбросить. Я попросил сварить череп, хоть у меня останется череп кошки большой. Я его просто... Ну, я вообще люблю смотреть черепа. Когда мы с ним делали операцию на нос, мне было интересно строение носа. И я у животных тоже смотрю, как там в носу очень сложно. Все, нос переходит в мозг. То есть это чисто любопытство анатомия. Ну, это
обрезки, вот материал, когда я строил мастерскую, оставались, и я решил сделать такой, как это, горшок с цветком. Это, то есть вот какая-то точка опоры, ствол и цветущий такой овал. То есть это вот пища для размышлений дальнейших уже. Здесь есть вот земля и обращение к высоте, к небу, да? Здесь открывался исторический музей в Чимшане. И на открытие приехал президент Республики Татарстан. Вот там была моя выставка в музее. И вот Митимир Шарипович, он обратил внимание на вот эту работу. Уборка картофеля. Она ему очень понравилась. И понравились натюрморты. Помидорки наши местные, огурчики такие вот неказистые, кривенькие. Он начал говорить, что вот это же наши помидоры, говорит, наши огурчики. Вот. Но с фитофторой надо бороться, говорит. Ну, чувствует, человек любит землю. В каждом человеке есть художник. Другое дело, если есть желание. Если большой двигатель, это желание. Самое важное, вот у ученика спросить, не я желаю тебя научить, а чтобы ты желал научиться, да? Ну вот, и немногие становятся просто хорошими учениками, чтобы стать профессионалом. А художник, творец, живет в каждом человеке. Потому что все люди на земле и плачут, и смеются, и влюбляются, и трудятся. Это же все тоже творческий процесс. Дотянуться до этого. Анвар, ты где? А зовут так. Салют. Привет, привет. Завязайте. Давай, давай. Мой друг Анвар, личность неугомонная. Еще будучи студентом Суриковского института в Москве, он писал портреты на Арбате. И там познакомился с одной американкой, которая заказала ему портрет, увезла в Америку. А потом у Анвара есть такая привычка, он просит, чтобы ему написали, прислали фотографию, в каком интерьере находится его портрет. Эта женщина прислала ему интерьер, и потом они списались, и она пригласила его в Америку, а у Анвара была давнишняя мечта побывать в доме, где в Америке жил Фешин. И таким образом встретился с дочерью Фешина. Когда она показывала фотографии, то Анвар вдруг увидел себя самого, когда она приезжала в Казань на юбилей отца, и это послужило тем ключиком, которым Анвар, можно сказать, открыл для себя дом-музей Фешина. Еще с конца 19 века в американском городке Таус на берегу Рио-Гранде селились художники, привлекаемые необычной красотой пейзажей и колоритностью местных индейцев. Предлагали там остаться, но он вернулся в Россию. Крестьянин зимой ложки резал же тоже. И, то есть, когда пурга на улице, я не могу, например, этюд писать. Или очень темно в комнате, там я включаю электрическую лампочку, я могу резать. То есть, вот мне надо было закрыть как-то. Я сделал мозаику, стекло закрыть, чтобы оно просто прозрачное. То есть, я смотрю, луч солнца упал, красиво. Дай-ка я сделаю сейчас мозаику. Вот такие моменты. То есть не рисунки шизофреника, когда все постоянно одинаковое повторяется. Там все расшифровывается. Там тоже есть вот кошка, собака, над ними чаша, из чаши растут цветы, и дальше расходится все это в космос. Признаться, проектов никаких я не делал, вспоминал Фешин, а просто взял да и соединил русскую избу с индейским глиняным домом «Адобе». Говорят, получилось дерзко и оригинально, но главное, удобно жить и работать. Внутри светло, прохладно и пахнет деревом, как в России. Николая Фешина
здесь называли русским американцем. Анвар вполне мог бы претендовать на звание татарского американца, если бы остался. Меня всегда поражали дома, построенные самим художником, человеком. Он же, когда строит дом, строит для себя и какие-то информативные тексты вводит в свои, ну, в мозаику, в резьбу, в кладку. Даже гвозди забивает по-особенному там для себя. Вот. Тут много разных таких приколов у меня есть. Ну вот, что касается этой колонны, здесь вот все очень понятно. Здесь вот есть как кувшин такой. Здесь вот, ну, кувшин, здесь из кувшина растут, значит, цветочки, потом ягодки идут, потом ствол, другие цветы уже, из которых яблоки вырастут, потом другая корзина и цветы. То есть все это как национальный костюм даже. Когда на обуви одни цветы, там, на рукавах ветки с листьями, да, на голове уже какой-то букет там, и обращенный там к небу, к звездам. То есть все имеет свой язык, и можно очень легко читать, если ты понимаешь. Время от времени художник оставляет тихий Черемшан и совершает короткие набеги на Казань, чтобы показать миру свои новые холсты и удивить свежестью провинциального взгляда. Перелистывая все свои работы, пройденные, уже можно же какой-то подводить итог там. А в итоге всегда тянешься, думаешь, ну надо уже на что-то серьезное, большое выйти. А что такое большое и серьезное, тоже это очень проблематично так, да? Может быть, вот это маленькое и есть большое, да, которое ушло. Вот эти моменты мне интересны. Они, наверное, отражают и мое состояние. То есть, а как бы дальше пойти, вот это вот... задуматься, а потом пойти дальше, и вообще, чтобы все было гармонично. Ну, у меня тяга у самой была к рисованию, у брата. В 5-летнем возрасте я у Анвара заметил, что, ну, тянется к карандашу, к кисти. И бабушка как-то нарисовала, ну, как фотографии. Я говорю, ну, что-то есть у него. Отдала в художественную школу с 5-летнего возраста. Через женщину лучше же изобразить какое-то переживание такое легкое, поэтическое. Потому что женщина, она как цветок такой, а мужчина, я не знаю, колючка может какая-то. Основная тема у меня вот действительно люди. Люди. И через человека все переживания. Тоже вот где-то посмотрено. Бывает, иногда вот я увижу плачок, фотографии какой-то даже. Где-то какие-то отношения цветовые. И у меня сразу возникает, вот это я напишу.
в школу ездил, европейская есть школа, восточная. В восточной школе более статично, где верх берет слово, а в европейской жест, там, по жестам работает композиция. Да, вот у меня именно восточная, потому что я склонен к орнаменту, декоративности. Может, мы люди такие просто, что и у нас и мышление такое. Вот иконы, они тоже обратной перспективы идут к нам, а европейские картины, ты уходишь в картину сам туда, вглубь куда-то, да? Нам всегда не хватало тепла, может, какого-то. Вот от картины мы всегда ждем тепла, как от очага какого-то. Пришли на выставку, зная его работы, то есть мы видели в частных коллекциях, и у нас есть его работа, поэтому мы знали, чего ожидать, мы очень любим его работу, его творчество. А выставка сама по себе, ну, очень произвела большое впечатление, много ярких, разных работ. Я люблю все очень яркое, я люблю там, где расписные какие-то вот работы, это мелкие вот его вот эти вот как покрывала какие-то, вот это мне нравится больше всего. Женские лица, портреты, они, может быть, не сам по себе портрет, а вот именно в одеяниях красивых. Он писал портреты детей моих, и когда он впервые их принес, у нас у всех был просто шок. Ведь смотрели, говорили, это же фотографии, там каждый волос, каждый цветок на платье был настолько выписан четко, и просто было дико. Я неделю ходила под впечатлением, подходила к портрету, думала, этого просто не может быть, я не ожидала, что будет так красиво. Его любовь к своей земле, как это банально не звучит, вот, его любовь таким простым, но в то же время незаменимым вещам, как родная земля, родная природа, деревенский быт, понимаете, то есть это корни, корни и нации, корни народа, корни любого человека, и я думаю, что вот это и говорит о том, что человек достаточно сильный, только сильный человек может вернуться на родину, оттуда, где слаще, казалось бы, и сытнее, только очень сильный человек может уехать в деревню, построить дом и жить там. Путешествовать по холсту. Вот. Сам процесс, наверное, нравится больше. А в целом, тему, вот, я даже не знаю, ну, написал я ее. Вот, все, как выдохнул, все. И когда проходит какое-то время, я увижу свою работу. Вот иногда я смотрю, ой, а кто это так написал, интересно. Вот это мне нравится, такое впечатление от своей собственной работы. Вот, бывает, это приятно. Еще так же, это же место. Я не могу бросать. Я же тут на работе.